Всем привет! Меня зовут Кирилл Джок, и сегодня хотел поделиться с вами коротким видео, как, в общем-то, работать с проектором, как с помощью него высветить изображение на стену, ну и, соответственно, потом нарисовать. Поехали! В предыдущих уроках я уже рассказывал о том, какой проектор я использую, поэтому, если вы не видели их, советую посмотреть. Это, по-моему, первый или второй урок. Там я подробно рассказываю, и, соответственно, там есть ссылки, что это за проектор и как я это все делал. Изначально я с помощью проектора нанес контур рисунка для того, чтобы потом сделать черную подложку, потому что с ней будет удобно работать. Если бы я отмечал сразу все линии и все грани, которые на рисунке есть, то было бы достаточно времязатратно и долго для того, чтобы это все обводить и вырисовывать. Поэтому я сначала делаю черную подложку, потому что рисунок черно-белый. Когда я сделал подложку, я снова включаю проектор, высвечиваю тот же самый рисунок, который был, и уже карандашом подробно обвожу все те линии, которые мне пригодятся дальше. Это экономит очень время, чтобы не возить кисточкой туда-сюда и не обводить какие-то полоски, которые нам вы нанесли ранее. Соответственно, потом по этим линиям я уже начинаю работать. Эту работу я сделал кистью, чтобы сделать подложку черную, и, соответственно, аэрографом. Чтобы я сделал видос по поводу, какие бывают аэрографы и что для этого вообще нужно, чтобы с ними работать, я обязательно запишу, как только вот представится возможность. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте колокольчик, вот лайк, комментируйте, и я обязательно это сделаю. Ну вот, в принципе, и результат того, что получилось сделать буквально там за пару часов работы.